Потрясающая фигура просто. Ну Говорили? Спасибо большое. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо. Вы обомлели. Я. А я-то как? Завидуйте молчанного. Не могу я. Я открытый человек. Я представлюсь, да? Да. Зовут меня Елена Крылова. Я прежде всего хотела сказать огромное спасибо организаторам этого прекраснейшего проекта за то, что предоставляется возможность еще и еще раз проявить кто-то себя. Кто-то спасибо мне сказал. Еще и еще раз проявить себя. И идя на этот проект, на этот кастинг, я бы хотела в большей степени самореализоваться, естественно. Вот. Ну, я немножечко расскажу о себе. Я с 5 лет занимаюсь музыкой, я творческий человек. Сказать, конечно же, стаж, это будет немножко грубо, но с 20-летним стажем. У меня 2 специализации. То есть вы с рождения занимаетесь музыкой? Почему? Ну как, с 5 лет. Да. Я скажу о том, что у меня 2 специализации. Первая, значит, я окончила Курганский музыкальный колледж имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Как все у нас любят Шостаковича, вот кто закончил колледж, да, обязательно Дмитрия Дмитриевича. Просто их а вот, вот у президента, вы знаете отчество нашего? У кого? У президента. Вот да, у этого человека. Господи. Ну, господи. Сегодня он сегодня популярен. Меня сейчас били. Господь с нами. Наш президент. Дмитрий Дмитриевич Медведев, нет? Дмитрий Дмитриевич Медведев. А, Дмитрий Геннадьевич, ну вы что? Подождите, я думала, что вот господи, вы и сказали, что... Не-не-не, не Путин, не Путин. Все хорошо, Владимир Владимирович, Дмитрий Дмитриевич. Я немножечко волнуюсь, у меня, видите, поджилки. Хотя шутка, я публичный человек, с 5 лет на сцене, поэтому... Держу себя. Лена, а у нас тут вот пробовали покорить вокальные вершины некоторые из участниц. Это вы бы... сейчас о вершинах, да? Ага. Да, да, вы не могли бы вот сейчас... Продемонстрировать? Продемонстрировать, да, и просто я еще бы хотела показать, что вы царь горы этой вокальной. Естественно, но я сначала скажу, что у меня еще одна специализация. Это оперный вокал. Так. В этом году я получила диплом о высшем образовании. Оперный? Конечно. Да. И еще скажу, что я сторонний человек. Я, помимо этого, принимала участие в различных проектах. Небезызвестный проект «Народный артист», где прошла 100 лучших из 40 000. И где мне сама Лариса Долина, без хвастовства, конечно же, говорила, что потенциал высок, нужно идти дальше. Она без хвастовства говорила, конечно, да, хвастаться придумала. Вот. И, ну, понимаете, я для себя предпочла более серьезное. Это выбери вокал. Себе погоду, правильно? И выбери себе погоду. И регион 45. И регион 45, да. Ну, у нас боец с опытом телевизионный, я так понимаю, да? Есть, я не боюсь ни телекамер. Нет, Антон Морозенко. Что? Да, господи, сама Лариса Долина и такие слова говорили. Антон Морозенко просто... Почему-то трясутся, как будто, вы знаете, я диплом защищала в этом году. Немножечко страшно, но ничего. Я умею побороть. Ну, вы нам споете или нет? Конечно. Арию вряд ли. Я спою что-нибудь из джазового репертуара. О, класс. В принципе, то же самое. Не вздумайте прерывать. Произведение называется «Дым», «Керн», в обработке «Керна». На английском языке. They ask me how I knew my true love for sure. I of course replied, something's here inside, cannot be denied. Said someday you'll find all who love here by. When I first find you must rely, smoke gets in your eyes. Прекрасно. В общем, я так понимаю, надо всех ведущих отправлять петь, потому что голос сразу отличается, конечно, когда вы говорите. Очень приятно вас слушать. Спасибо мне большое. Мне кажется, можно придумать вообще еще одну передачу специально под Елену, потому что было вокальное ведение. Там, да, новости. Вокальные даже новости, например, сегодня губернатор.
Это такие поставленные вокальным голосом. Наш адрес. Не, продолжаем. Посетил. Та-дам-та-дам. Ну, то есть там как-то можно, то есть. Ну, то есть Антон уже готов спеть с тобой в дуэте, как я. Конечно, конечно. Можно попробовать, почему бы нет? Я за такие эксперименты и буду рад в них поучаствовать. Я не знаю даже, как теперь. Вопросы бикини будет? Я думаю, вопросы... А бикини отпадает. Он обязательно, не то, что нет. Это настоящее? Что? Ваше желание, душа. Ваше желание участвовать прийти, в этом проекте, надеюсь. Естественно, вы понимаете, я просто, вот вторая моя мечта, как говорится, вторая моя цель жизненная, это постичь все тонкости работы телеведущей. Лена, вы чувствуете иронию? Способны различить иронию от... Естественно. Естественно? Конечно. Очень хорошо. Причем очень тонкую иронию способна различить. В данном случае она, по-моему, не так тонка, как хотелось бы. Вы готовы сниматься в бикини? Петь арию? В бикини петь арию? И Керна за одним тоже? Ну, думаю, да. Думаю, да. Такого у вас не было еще опыта? В бикини арию петь? Да. Нет, конечно, вы что? У нас оперные, как говорится, костюмы наши. Пышные платья. Пора уже отходить от этого. Стереотипа. Так, прекрасно. Ломаем стереотипы. Угу. Давай про машину. Давай. Дружите ли вы с автомобилями? С автомобилистами. Я лукавить не буду. На самом деле я положительно отношусь к любого рода езды. Автомобилист? Да. Езде. Ну, говорилось, он нас смотрят. Не забываем. Ну, на самом деле, я не совсем разбираюсь вот в марках машин. Для меня это... Не страшно, вы водите автомобиль? Нет. Да и правильно. Ну, вам нравится автомобиль Siemens? А есть такой автомобиль? Вот видите, вы говорите, не разбираетесь. Я вас хотел подловить, а вы у меня хоп и сразу на место. Нет такого автомобиля, действительно. Естественно. Ну, так это, мне кажется, любой определит. Ну, значит, если есть Siemens, значит, есть Samsung и Sony. Вот так вот, в телефонах она разбирается. Да. Все, хорошо. У меня нет вопросов. Человек разбирается в телефонах, может вести прогноз по этому. Спасибо, все? Да, мы будем рассматривать вашу кандидатуру. До свидания. Спасибо. До свидания.